Филателия – область коллекционирования и изучения знаков почтовой оплаты. Национальная филателистическая выставка проводится в Беларуси 10-й раз, но в городе Юбиляре мероприятие состоялось впервые. К этому событию Рубелпочта подготовила художественный маркированный конверт с литерной маркой А. Акт памятного гашения специального штемпеля «Тысяча лет со времени первого письменного упоминания Бреста» совместно совершили министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган, председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук и глава правления Союза филателистов Сергей Пилипович. В преддверии вот этого события мы решили провести выставку. Ну а само по себе, безусловно, событие, оно направлено на какое-то продвижение того, что мы видим на марках. Это, и я остаюсь на этом мнении, что это действительно интеллигентное увлечение, которое воспитывает человека и культуре, и истории, и вообще как человека высокого полета. Тема выставки – наследие и гордость Беларуси. Задача 10-й национальной филателистической выставки – привлечь внимание общественности к вопросам развития филателии в республике. Эксклюзивом стало использование технологии дополнительной реальности для марок. При наведении на нее камеры смартфона на экране появляется фигурка брестского фонарщика. Вот видите, фонарщик. Мало того, мы можем еще интерактивно с ним пообщаться, помогая ему зажигать лампочку ярче или тусклее. Ну, безусловно, эти все элементы направлены на то, чтобы заинтересовать. Эта выставка говорит о том, что в вопросах празднования тысячелетия каждое министерство, каждая отрасль, каждая сфера увлечений может иметь свое выражение. И то, что она тематически посвящена тысячелетию нашего города, она просто абсолютно логично дополняет общую палитру всех мероприятий. Поэтому я очень доволен и выражаю благодарность Министерству связи и информатизации. Они просто молодцы, сделали хороший подарок для всех брестчан. Здесь не только филателия, здесь история нашего города. Выставка включила в себя более 140 приватных коллекций отечественных и зарубежных филателистов из 16 стран мира – Бразилии, Германии, Израиля, Ирландии, Португалии, США и других. Кроме того, официальный класс на Белфилд 2019 представили 7 разноплановых экспозиций. Коллекционирование включает в себя не только чистые марки, а сейчас множество классов и подклассов филателии. То есть они объединяют почтовые марки, эскизы марок, конверты, карточки, телеграммы. Организаторы отмечают, что подготовка к национальной филателистической выставке была тщательной и кропотливой. Экспонатов собрали огромное количество, но отобрали лучшее. Многие из них способны показать основные этапы истории и культуры нашей страны, а также достижения самого филателистического искусства. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.